Катенька, милая, сходи на колодец, принеси ведерко воды. Я бы принесла, только вот ножки мои к колодцу идти не хотят. А разве ты не хозяйка своих ножек? Они меня не слушаются. Мои ножки куда хотят, туда и бегут. Катенька, помой, пожалуйста, чашки, а я отдохну. Я бы помыла, только вот мои ручки не хотят их мыть. А разве ты не хозяйка своих рук? Нет, я не хозяйка своих рук. Мои ручки что хотят, то и делают. Они меня не слушаются. Внученька, куда ты? Ай-яй-яй, как нехорошо! Ручки мои, ручки, что вы делаете? Я не хочу чужие яблоки воровать, это плохо. Ножки мои, ножки, куда вы бежите? Ножки мои, ножки, куда вы меня привели? Ой, волк идет! Катя, мы тебя нашли! Внученька, как же я испугалась! Бабушка, дорогая, я завтра сама на колодец за водой схожу и чашки помою. Тетя Галя, меня простите, как созреют яблоки, я вам помогу их в корзины собрать. Я ведь теперь снова хозяйка своих рук и ног.